сегодня в нашей студии. Привет. Популярность в интернете. Ну, начнем с того, что как бы я записала этот видеоролик не для того, чтобы это разошлось по всему интернету. Я записала этот видеоролик для своих родственников и выложила себе в видеовисел, никто не обращал на него внимания. И буквально через год мне написали, что какой-то молодой человек, что хочет выложить это видео. Как бы, ну, мне было как-то все равно, выложит он или нет. С центра он... Приехала звездой. Да, я как бы зашла в ВКонтакте, потому что у нас там сеть не ловила. 100 друзей, 100 сообщений. Я вообще сначала не понимала, о чем идет речь. Да, можно. Вы безумно обаятельны, у вас такая энергия. Поэтому... Поем. Ты что поешь? Я? Да. Когда мы были на войне? Давай. Давай.